Государственная комиссия по расследованию причин недавней аварии ракеты «Булава» приступает к проверке предприятий, создавших это вооружение. Возглавляет орган главком ВМФ России Виктор Чирков. В первую очередь проверят Воткинский завод, Московский институт теплотехники, а также несколько предприятий-контрагентов. Итогом ревизии может стать возврат ракет производителю, приостановка закупок и даже кадровые перестановки, сообщает «Известия». На предприятиях утверждают, к проверкам готовы, ведь все предыдущие комиссии после неоднократных пусков «Булавы» вины заводов не обнаружили. Кстати, «Севмаш», где строят носители «Булавы», крейсеры проекта «Борей», проверок пока не ожидает. Тем временем подводная лодка «Владимир Мономах», по неофициальной информации, вышла на ходовые испытания. Ракетоносец впервые покинул территорию северодвинского «Севмаша». В течение 20 дней субмарина будет проходить испытания в Белом море. Напомню, «Владимир Мономах» – подводная лодка проекта «Борей», как и Александр Невский, который на днях произвел неудачный пуск ракеты «Булава». Защищаться от гриппа начали северяне. В области стартовала вакцинация населения против вирусов. Медики планируют привить 315 тысяч человек. Препараты поступили для 90 тысяч детей и 225 тысяч взрослых. Напомню, вакцинацию от гриппа и респираторных вирусных инфекций назначают всем как основное средство борьбы с заболеваниями. Оно проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема. Прививки против гриппа проводятся во всех поликлиниках по месту жительства. Акция «Детская жизнь не мелочь» в очередной раз пройдет в Северодвинске в эти выходные. С 14 до 18 часов все желающие могут помочь маленькому жителю поселка Абазерский Егору Александрову. В ящик для сбора пожертвований принимают любую посильную помощь. Каждому ребенку и беременной женщине организаторы подарят воздушный шарик. Напомним, подобное мероприятие уже проходило в городе в прошлые выходные. Тогда удалось собрать 32 720 рублей и 16 долларов.